Какую он? Тележку сам сделал? Сам, да, смотрел. Это мы спахали, а сейчас он фрезой перемелит это все. Все, чтобы корней было меньше, чтобы потом меньше этого было, короче, левой травы. Здесь просто... Здесь пласты. А есть к нему насадка такая, чтобы полол? Ну так я под эти родимены под тракторные, да. Ой, ой, я фрезы эти. Одни фрезы крайние я снимаю, тут мяч три секции. По одной секции откидаю с тарелками с этим. Угу. И, короче, внутренние, наружные перекидываю внутрь. И между родами езжу, картошку обрабатываю, колхозе картошку между родами. Между родами. Поездил, всю траву помяла, потом цепляю распашку. И чисто у меня ручки, ну, колхозную шире роды. Так не получается. А по одному роду ездишь, один род обрабатываю. Ну, один рядом гроб, второй рад, так каждый рад объезжает. Это что сейчас делаете? Крылья надо снимать, потому что окучилось. Для окучки надо ставить сразу. Для транспонтировки вот эти колеса можно крылья не снимать. Маленькие. Дай ключик. А для плуга и окучника вот это самодельные колеса. А это что ты сделал с этих? Да. Это с гольфа. Из диска вот это? Вот. Они просто не становятся закрыли. Да. Сделать так, чтобы напихнул, чтобы ускорено было. Это окучка? Ну, ряды на ряду. Обгонять картошку, окучилось. Обработка. Вот все, колеса для обработки картошки и плуг цеплять. Ну я понял, ну. Понаварова вот эти же. Сесос фрикционный. С одного этого 4 будет лопатки. С одного 4, да? Ну. Две штучки.
колеса меняет. Как по-русски сделано. Раз и будем первый станок. Раз. Нельзя, чтобы прокидывалось бы масло. Масло. Бочка хватает, кстати. Два часа полтора. Ну он же выше сейчас стал, получается. Просто сюда пушку надо вытягивать. Только была такая ручка. Что-то зарейба там. Не держивает дальше. Как что, окучка нормально рядит? А? Регулировать можно так и так. Уголы. Регулировок очень много. Все, едем. На холостых только. Не-не, не отсюда. Она покажет. Вон где она стоит, где-то отсюда. Тут грядки будут. Катаешься или на тракторе? Под гряду. Эх, картошки мне хватит. Вот мне хватает за гланды. Ну вот у меня половину вот этого. Половину вот. За яблони немножко вот туда. У меня получается под картошечку все, а вот это вот все у меня идет на грядки. Я съем у себя чистую ягоду, чистое яблоко, крыжовничек, смородина. Поверьте мне, продуктами, питанием свою семью я калечить уже не буду. Ну а так вот.